много разных других точек зрения, мнений. Если их очень много поставить, это будет плюрализм мнений. Или даже плюрализм истины уже можно сказать, да? А в итоге получается, что истина потонет вот среди всевозможных мнений. То есть познание истины, ну, прекращает этот плюрализм, потому что истина есть соответствие понятия с объектом, а если речь идет о преобразовании мира, то это уже соответствие объекта понятию. Да? То есть вы задумали дворец построить, вы его строите. А если у вас не получается, значит, не получилось истины. Нет соответствия уже объекта понятия в обратную сторону. Поэтому такой наиболее современной формой борьбы с истиной является ее утапливание в бесконечном числе мнений или, скажем, разных позиций. Позиций много, а истина одна. Ну вот, а с другой стороны, наука состоит в том, чтобы изучать и постигать истину. Какие существуют формы постижения мира в свое время? В своей книге «Феноменология духа» Георг Вильгельм Фридрих Гегель сформулировал три формы постижения мира. Религиозная – это мы свою земную жизнь изображаем как жизнь на небесах фантастическим образом. Вторая форма постижения мира – в образах. Все искусство построено на том, чтобы через образы прямо передавать настроение, чувства. Но чувства у людей, которые находятся на одном и том же концерте и рядом сидят, чувства у них близкие, но мысли могут быть совсем разные, и по-разному люди излагают это. Хотя иногда краткое содержание дают музыке, как бы программу ее, но это, в общем, ничего не значит. Вот, скажем, балет «Щелкунчик» про что Чайковского? А вы помните, там такая есть, вот орехи щелкать. Это щелкунчик. И про мышей, и про Новый год. Вот и вся музыка. А музыка замечательная, она, конечно, выходит за рамки этого дела. И, наконец, третья форма постижения мира – постижение мира в понятиях. Вот это наука. Научное постижение. И вот Гегель называл постижение мира в понятиях высшей формой постижения мира. Значит, мы с вами находимся в начале нашего большого курса. И вначале мы рассматриваем обзор предшествующих течений, очень беглый. Но все-таки, чтобы какая-то хотя бы общая канва была, и чтобы не казалось, что вот та истина, которую мы должны рассматривать и излагать, она выскочила сразу вот из головы одного человека. Что, во-первых, она не из моей головы выскочила, а в мою голову прибыла. Во-вторых, и в ваших головах она не должна быть такой, которая ни на чем не базируется, ни из чего не вытекает. Поэтому, конечно, мы, тем более как историки, должны приобщиться в какой-то мере и к истории философии. Значит, мы с вами двигались по этапам развития философии и дошли практически до философии нового времени, да? Так? А? Философия эпохи Возрождения. Так, вот философия эпохи Возрождения. Ну, давайте тогда от этой точки и пойдем дальше. Значит, в конце 13-го, начале 14 века в Западной Европе начинается процесс изменений. Такой процесс, который значительно изменил жизнь. Оказалось, что вот все будет идти так, как шло в прошлом веке, в позапрошлом веке, и по-прежнему господствовала над всем вера, и наука была приспособлена к обслуживанию этой самой веры. Ну вот,
появились изменения во всех сферах философии, литературе, науке, политике. Мы уже знаем с вами, почему это появилось. Потому что есть такой видимый процесс изменений, как раз он рассматривается в науке, в литературе, в искусстве в целом. А есть процесс развития производительных сил. Он как бы невидимый. То есть он все время идет. Например, вот показывают в музеях ножи, топоры, каменные, потом бронзовые орудия, да? А вот вы видели современные станки? А уже и не показывают их. По телевидению не показывают, потому что они инопланетян показывают. Денег больше собрать можно. А что за станки, что соберешь? Да и не делают у нас сейчас станки почти, очень мало делают. Попытка, так сказать, вернуться, по крайней мере, на уровень 1990 года пока еще не удалась. То есть по общему объему уже удалась. Но вот, скажем, станкостроение на зачаточном уровне у нас находится снова. Хотя мы производили еще в те времена до 90-х годов в Иваново обрабатывающие центры, то есть современные станки с числовым программным управлением, которые делают все операции по той программе, которая им задается. И у нас на ряде заводов есть станки с ЧПУ, но теперь уже в основном не отечественные. А в связи с санкциями, которые, конечно, затронули прежде всего вот такую высокотехнологичную продукцию, станки мы можем купить где? В Китае, который наши станки брал, переделывал и сейчас уже их сам развивает. На Тайване, который мог бы и к санкциям присоединиться, но смысла нет, потому что все равно Китай продаст. Так, по крайней мере, прибыль получит. Есть Белоруссия, которая умудрилась не уничтожить свою промышленность, государственный сектор сохранить. Хотя у нас сейчас в России государственный сектор, как вы думаете, сколько процентов? Около 70. Но он пока существует, ну, примерно так, как в ленинские времена существовал госкапитализм. Национализировано все. После 18 года национализация прошла. Узкая группа предприятий уже действует в общественных интересах. Это какой уклад? Коммунистический. А это что? Это госкапитализм. Почему гос? А потому что собственность государственная. Уже государство рабочего класса. А действует, ну как раньше действовали? Закупайте, продавайте, получайте прибыль, а прибыль государственная. Ну, за вычетом тех отчислений, которые нужны для продолжения производства, там, для амортизации, для накопления и так далее. Но как хотите, так и хозяйствуйте. И этот процесс подчинить вот эти предприятия общественным интересам был довольно длительный. Он тянулся до конца 20-х годов. В конце 20-х годов, когда появилось годовое планирование, пятилетнее планирование, а еще планировалось десятилетнее. И один десятилетний план был составлен. План ГЛРО. Надо сказать, что это последний десятилетний план. После этого так никто не составил больше ни одного плана. А сейчас вот, российское государство так и не сподобилось составить план на госсобственность. Это же единая монополия, крупнейшая. Монополия – это то, что принадлежит одному хозяину. Что такое государственная собственность в условиях современной России? Это частная собственность класса капиталистов. Ну, так вы эту частную собственность класса капиталистов развиваете по единому плану, а у нас и закон есть о стратегическом планировании. Закон есть, а план есть? Плана нет. Ну, план, если составить, а когда надо будет его выполнять? Не просто на приемы ходить, и приглашать, и беседовать, и избирать, переизбирать, а надо будет выполнять. И причем не так делать, чтобы приспосабливать план к тому, что есть. Что ничего не получилось, мы взяли и переделали план. А приспосабливать действительность к тому, что записано в плане, который является выражением интересов вот собственника. А кто собственник сейчас? Ну, собственник – капиталистическое государство. Но этого нету. Единственная монополия, которая есть в мире сейчас, у которой нет плана монопольного развития этой монополии, это российская вот эта государственная собственность. Единственная.
И несмотря на понимание, что так вот дело не пойдет, оно и не идет, потому что если отдельные предприятия этой собственности действуют сами по себе, и действуют они на началах вот того самого стихийного рыночного капитализма. Например, если я руководитель Роснефти, то какую я могу зарплату установить своим членам правления Роснефти? Какую? Какую захочу, такую установлю. Мы же как бы государственное предприятие, но действуем как частное, обычное, не государственное. Ну, какую? Ну, вот для Роснефти членам правления установили по 24 миллиона в месяц. Ну, это больше, чем 1480 рублей. Как вы понимаете, это много. А почему нужно побольше установить зарплату? Потому что прибыль-то все равно будет отдавать государству. Потому что это государственное же предприятие. А зарплата – это издержки. Поэтому издержки уж мы на себя берем, а прибыль отдаем. А что значит на себя берем? Себе и берем вот эту часть, складываем в зарплату. Или, ну, середнячок, «Газпром». Ну, не такое богатое, конечно, предприятие, но тоже себе установило заработные платы для членов правления. По сколько? Сколько бы вы установили, если были бы Миллером? 150. Молодец. Надо с Миллера снимать и ставить ее, потому что это действительно государственное мышление. Ну, а тот установил 15, в 10 раз меньше. Слабак. Ну, а ОРЖД вообще бедняки. По 5 миллионов в месяц получают члены правления. Но тут отличился у нас руководитель нашей почты, директор Почты России. Взял себе 60 миллионов премию, выписал. Он что-нибудь нарушил? А что? Его начали как-то прокуратура стала. Вот что-то много. Потом, значит, некоторые члены правительства говорят, как-то много. Он говорит, а что, все по закону. Вы сами сделали предприятие. Они государственные, но работают как частные. Сами себе все могут устанавливать. Мы себе зарплату установим, остальное – прибыль государству. Он установил 60 миллионов премию. Забрал ее, говорит, мы налаживаем работу почты. Налаживает. Сбербанк. Государственное предприятие. Ну, там есть частные акционеры, но они малую толику. В основном государственное предприятие. Сбербанк. Свежих данных не имею, поскольку эти свежие данные неохотно как-то раскрываются. Вот, я пользуюсь в основном данными из газеты «Коммерсант». Ну, они как бы для своей газеты тайн не делают, между собой-то обсуждают, какая должна быть нормальная зарплата у них. Ну вот, в 2007 году члены правления Сбербанка получали по 4 миллиона 700 тысяч в месяц. А потом кризис грянул. И в следующем году, во-первых, они, ну, везде, знаете, как во время кризиса стараются кого-то уволить, а тут, наоборот, набрали дополнительно еще 3 членов правления. Подкормить же надо в тяжелое время хороших людей. Но меньше стали зарплаты плюс бонусы. А бонус – это та же самая зарплата, только в виде бонуса. Какая разница, как ни называй, это все зарплата. Значит, получилось 4 миллиона только 400 тысяч. Вот у вас бы на 300 тысяч меньше была зарплата, чем в прошлом году. Как бы вы и не улыбались бы, как сейчас. А вы улыбаетесь. Страдают люди, страдали. Вам не понять таких страданий. Вот человек не купил остров, а уже было запланировано, уже все, сделка была, завершалась. А остров уплыл, остров другому. Вот товарищ серьезный, наверное, у него не по 150 миллионов, а по 250. И купил ему этот остров. Хотя за всем за этим, это же дележ, как говорится, того, что добыто. За всем за этим стоит развитие производительных сил. Возвращаясь в ту же точку, с которой мы начали говорить. Развитие производительных сил, оно шло и в период просвещения, и в этот средневековый период, и в период возрождения. Правильно?
Оно и в новейшее время идет, и сейчас идет. Может быть такого, чтобы средства производства не совершенствовали? Не может. Может быть такого, чтобы умелость работников не совершенствовала? Не может. Может быть такого, чтобы производительность труда не росла? Не может. Потому что это главное свойство производительных сил. Если вы историки, так вы знаете, вся история развития человечества связана с тем, что совершенствуется орудие труда. Нет? Не знаете этого? Ну так а что тогда вы тут против чего пошли? Против истории? Надо с директором поговорить. Что-то тут сидят люди, засланные казачки. Даже в тех случаях, когда вроде разрушается завод, вот у вас разрушается завод, увольняют людей, но вы выбрасываете, будете самый новый станок или самый старый? Самый старый выбросили, у вас производительность резкий скачок. В расчете на одного работника, это ведь производительность, это количество продукции в расчете на одного работника. Работников меньше, а продукция на одного работника растет. Ну хорошо, допустим, вы этого не так вот через исследование ситуации на предприятии не знаете. Но вы вообще знаете, что рабочих число уменьшается? Ну если как у нас объемы производства даже не растут, а число рабочих уменьшается, значит производительность труда одного рабочего падает, растет, остается неизменной. А? Вот, видите, мы нашли с вами консенсус. И не как дилетанты, а как люди, которые обдумали это дело. Растет. Где? А везде. Когда? А всегда. То есть это какой закон? Капитализма, социализма, феодализма, рабовладения, первобытно-общинного строя. Да это общий социологический закон, который всегда действует. Но зато люди, которые прикрываются тем, что они дилетанты, они даже и знают, что он действует. Они говорят, да мы дилетанты, мы ничего не знаем. А раз мы ничего не знаем, видите, затраты на все растут. Раз затраты на все растут, то что надо сделать? Раз затраты на все растут, надо инфляцию развивать. Инфляция откуда берется? Вот если затраты падают на продукт, значит, я, если я собственник, я что, получаю сначала выгоду от роста производительности труда, а поскольку я не просто собственник, а монополист в наше время, то я еще накидываю монопольную прибыль свою сверх этого. В итоге цена возрастает. Я страшными глазами говорю, все растет, все цены выросли. Вы видели хоть когда-нибудь, чтобы цены росли? А? Недавно видели? Я не видел. И они никогда не растут. Вы неправильно смотрели. Цены повышают, они сами не растут. Повышают их. Вы видели так? Вот смотришь на цену, нет, такого не бывает. Это надо взять бумажку на ней. Почему ценников теперь нет? Да потому что не напасешься этих ценников. Они прямо на картонке пишут уже другую цену и все. На ЖКХ. Тарифы растут? А что случилось? Кирпич стал дороже? Меньше, больше труда требуется, чтобы произвести один кирпич? Или? Что, трубы стали такие, что вот больше труда требуется, чтобы произвести трубу? Так они уже там пластмассовые, какие только нету трубы. Это шлепают их, чик-чик-чик. Краны стали дороже стали. Я имею в виду в смысле затрат труда. Затрат труда все меньше. Ну, а взять с вас можно все больше, конечно. Особенно, если у нас монопольная экономика. Вот пойдите, поищите где. Нигде вы не найдете, если я монополист. Правильно? Потому что я все контролирую. А зарплата тоже монопольная. Боритесь, только мы договорились. У нас есть союз промышленников и предпринимателей. Что вот кто будет, вот если вы будете своим рабочим повышать, придем и убьем. Ну, сами-то не будем, закажем просто. А вы заказчиков не найдете. Дело не в том, что рабочие будут бунтовать, а дело в том, что сами капиталисты постараются придушить такого капиталиста, который повысил зарплату рабочим. Выбился их. Овца отбилась от стада. Так что вот производительные силы все время растут, и поэтому вдруг появляется вот такие на основе роста производительности труда, появляется свободное время дополнительное у ряда работников, бывших.
А поэтому могут расцветать искусство и науки. Потому что вообще науки могут появиться, когда одни трудятся в поте лица своего, рабы, а другие сидят вот на исфаке и изучают науку. Да? Но этого времени не вернешь. Потом было время крепостничества. Облегчение вышло народу. Вот сейчас у меня на барщине отработаете 3 дня, а 4 дня, чем вы занимаетесь, меня не волнует. Какая у вас семья, как вы кормитесь, чего сажаете, как убираете. Я вам разрешил пользоваться за грибами ходить в мой лес? Разрешил. На выгон пускай вашу корову? Пускай. Все. Только не умрите. Потому что если вы умрете, я буду бедный. Потому что богатство феодального общества в чем? Сколько крепостных? Поэтому даже мертвых душ приписывает. Потому что вот я приду и скажу, у меня 2 крепостных. А вы мне руку не подадите. А если кто, у меня 200 крепостных. Ну, это надо. Совсем другое дело. Поэтому, если что, голод, приходите, я вам из амбара достану, выложу, будете кушать бесплатно. Но потом, когда будет урожай, по двойной цене отдадите обратно. А пока не умирайте. Умереть мы не... Сейчас капитализм, свободное общество, сплошь и рядом не оформляет договора. Человек заболел, его аккуратненько так вынесли за ворота завода и положили. И все. Все, никаких бюллетеней, ничего. Его нету. Он как бы не работает. Знаете, что такое? Что такое неоформленный договор? Это что, редкое явление в современной обществе? Очень частое. Как бы он есть, его нет. А зарплату вы получаете в конвертах. Это что значит? Что доступит старость, а и пенсии вашей нет, потому что ваши зарплаты от зарплаты не платились средства в пенсионный фонд, и нету такого. Как ваша фамилия? Вы не содержитесь у нас, никаких данных, все. Вы должны быть молодой всегда. А то, что вы пришли и говорите, у меня уже возраст, ничего не знаю. У нас таких нету, не числится. Пожилых числится у молодых. То есть из этого всего, того, о чем я сейчас говорил, надо запомнить одно, что производительные силы постоянно развиваются. Производительные силы состоят из А, работника или рабочего, главная производительная сила, и Б, средств производства, который приводится в движение этим самым работником, главной производительной силой. Вот эта пара развивается все время, какие бы ни были способы производства, какие бы ни были политические условия, какие бы ни были государства. А если война, что там не развивается производство, у нас производительность труда во время войны росла или не росла? Вот вы все время скептически настроены. Вот как вы думаете? Судя по всему, росла. Не только судя по всему, а судя, да, и потому что победили. Потому что когда мы начинали, когда началась война, у нас соотношение было вооружения не в нашу пользу. А когда завершалась война, соотношение вооружения было в нашу пользу. Причем начинается изменение, перелом наступил, как раз когда была Сталинградская битва. Потому что придумать котел, вы можете нарисовать, я могу нарисовать, вот они уже, вот эта вот армия вся в котле. Нам остается только ее. Так они вышли из этого котла. В любой момент ударную группу сделали и пробили, а им навстречу должна выйти танковая колонна, их обратно туда загнать. Но чтобы была танковая колонна, надо танки иметь в достаточном количестве. Так вот, производительность труда с 1942 по 1944 год в СССР выросла вдвое. Там весь прирост был за счет роста производительности труда. До 1942 года разворачивалось экстенсивное производство военное. Да? То есть гражданские заводы становились военными, или из гражданских заводов уходили люди на военные заводы, или заводы удваивались здесь и в Сибири. И затем весь прирост шел только за счет производительности труда. И тогда были разработаны такие виды передовых технологий, как, например, роторные. Многие слышали про роботы. Товарищи, которые занимаются техникой, робототехнику называется гробототехникой. Почему? Потому что робот, он, ну, как бы он... имитирует человека. Видите, вот я вот так беру, несу, быстрее, 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 и отвалится рука. А вот в войну была разработана роторная технология.
совершается операция на барабане. То есть на барабане установлена обрабатываемая продукция и соответствующий инструмент. И вот она доходит до определенной точки. К этому времени уже закончена обработка. По касательной находится другой барабан. На нем будет другая операция. Потом еще один, третья операция. И вот если и они вращаются согласованно. А если еще быстрее, так как планеты вращаются вокруг Солнца с колоссальной скоростью. Как вы думаете, делаются авторучки? Так и делаются. Так они и вылетают оттуда. При роторной технологии. Вылетают просто, как из пулемета. Сосиски то же самое. Все равно им сосиски делают, авторучки делают. Помните, еще время заряжали одно время? Кто здесь будет заряжать? Бросают. Стоит это вообще совершенно ничтожная величина. В два раза выросла производительность труда. Соответственно, цены на военную продукцию, которые должны, по идее, отражать затраты труда. Сейчас-то они скрывают затраты труда. Даже некоторые думают, что они не растут, производительность труда. Это вас обманули. Вы-то хороший человек, все правильно понимаете. Но вас обманули. Цены на военную продукцию выросли, упали вдвое. Причем не они сами упали, и снижение цен было стимулированием, толчком к росту производительности труда, потому что главный показатель снижения себестоимости, так цены понижают, а прибыль обязана дать 5% рентабельности, фиксированную. Что вы можете делать? Только одно – повышать производительность труда, умелость, изобретательность и так далее, и новую технику. Соответственно, затраты на оборону в военном бюджете страны, в бюджете страны с 42 по 44 год сократились. А почему сократились? Да потому что вот за это, за эти суммы более чем в два раза больше военной продукции. Сейчас картина такая, но она скрывается. Потому что все ориентированы на прибыль, а не на снижение затрат. И от этой прибыли имеют индивидуальный доход руководители. И все это тормозится. Поэтому нам доказывают, что денег нет. Нету денег. И при этом покупаются иностранные облигации американские. Денег нет. И при этом, значит, вкладывается в фонд. Дескать, все было плохо. Цены на нефть все падали. А вот они стали расти. И что? Все равно говорят, что бы еще снизить, чего еще урезать? Образование, науку, культуру. Так у вас деньги есть лишние, сейчас нефтяные. А мы их отложим пока. Ну вот, я возвращаюсь к тому, хотя это рассуждение из современного нам периода, но в современный период вам некуда пойти, чтобы увидеть современную технику. Нет таких музеев. Нету. Может, где-нибудь есть? Я в Ленинграде не знаю. Военную технику еще можете посмотреть у нас в артиллерийском музее. А просто технику посмотреть современную? Нет? Это как бы скрыто все. Нам рассказывают, что все делается на 3D-принтерах. Кто видел, как они работают? Медленно так это накладывают, там, эту пластмассу. Потом еще. И долго. Пока это еще... Такая технология, которая не скоро войдет в большое производство. Но движение есть к этому уже тоже. И вот этот невидный процесс, который всегда шел, он привел к тому, что высвободилось время дополнительное у общества. А раз высвободилось время, значит, расширилась наука, искусство. И вот это мы видим в эпоху Возрождения. Сам термин «возрождение» появился в XIX веке. Смысл этого понятия в чем? Происходит возрождение античной культуры, то есть обратились к той культуре, которая достигла вершин. Но таких вершин, которые за предыдущее время преодолеть не могли и что-то сделать подобное тоже не могли. Вот стали брать за образец. Возрождается новая культура самих западноевропейских народов. Основные черты этой эпохи. Первое. Секуляризация, то есть освобождение от церковных институтов.
всех сфер общественной жизни. Дескать, мы делаем все по Божьей воле и с Божьей помощью, но вот мы делаем свободно. У Леонардо Эйлера есть такая статья о свободе духа. Он там пишет, что нам Бог, он нас не пасет, он нам предоставил свободу, чтобы мы творили, а не возлагали на него ответственность за наши деяния. Вот мы ученые, мы должны разбираться сами. И не надо переваливать свои обязанности на Господа Бога. А с Божьей помощью у нас должно получиться. И стало получаться. Ориентация на искусство. Значительный подъем искусства. Философское мышление антропоцентрично. То есть не только природу изучаем, а изучаем человека. Идея всесторонне развитого человека. Вот она в это время уже появилась, а время от времени она все пропадает. Вот идея всесторонне развитого человека и физически, и духовно. А как она пропадает? Вот хочу вам привести такие исторические факты. В свое время, в 1903 году, комиссия из трех человек, Плеханов, Мартов и Ленин, разрабатывали проект программы Российской социал-демократии, Социал-демократической рабочей партии. В этот проект Плеханов записал, что производство при социализме будет развиваться для нужд общества. Ленин по этому поводу написал критическое замечание и предложение, что такую-то организацию еще и тресты могут дать, имея в виду, что разве нужды общества не удовлетворяют вот монополии? Удовлетворяют. А надо написать обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Причем не только первое, а что такое обеспечение полного благосостояния? Вот все условия для вашего развития создадим. А будете вы развиваться, не будете, нам это не интересно знать. Нам безразлично обществу, что с вами будет. И что не бывает, что человек прекрасные условия, он разлагается в этих условиях. Бывает. Поэтому нельзя остановиться только на обеспечении полного благосостояния, а нужно обязательно целью поставить и свободное всестороннее развитие. Кого? Я как-то с одним товарищем встречался, говорю, слушайте, а коммунизм-то будет? И уже туда заходят некоторые поодиночке в разное время. Абрамовичу зашел. Ну да. То есть речь должна идти об отдельном человеке или о всех членах общества? Если об отдельном человеке, то это вот напоминает тот анекдот, как Чукча приехал на заседание Верховного Совета, там побывал, послушал, посмотрел, приезжает обратно в свое село и спрашивает, ну что ты там слышал? Все во имя человека, все для блага человека. Так это мы тоже слышали. Так вы слышали, а я видел того человека. Так вот, этот не единственный должен быть человек, а вся соль этого высказывания, этого суждения – всех членов общества. И Плеханов ставил. Правда, свободное слово выкинули потом. В программе стоит так. Обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Затем в 19 году на 8-м съезде РКПБ новая программа принималась. Уже не социал-демократической партии, а коммунистической. Автором был Ленин. Вот если вы возьмете 38-й том полного собрания сочинений, там в конце как приложение идет, поскольку это автором официально считается РКПБ. Написал Ленин. Там вот этот раздел про цель производства так прямо и стоит в таком же виде. Дошло дело до Никиты Сергеевича Хрущева. Что он сделал? Выбросил эту цель. Я уже не говорю о том, что он вообще идею диктатуры Патриата выбросил. Он выбросил цель производства и написал все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. Пьете, пейте все более полно. Курите, курите все более. Травкой балуйтесь, давайте. Все более полное удовлетворение. Они же растут, эти потребности. Давайте, вперед. И то есть, вроде бы, казалось, это из какой культуры это пришло? То есть это реакционность по отношению к тому, что написали Ленин и Плеханов? Это по отношению к эпохе Возрождения реакционная идея. То есть это реакционная идея, глубочайшая реакционная. Ну, мало ли какие потребности у человека. Вот у меня есть потребность ходить в театр.
а у него потребность водку пить. Так надо думать не о том, чтобы мне создать эти возможности, чтобы я ходил в театр, а он водку пил. Пусть еще пьют водку, чтобы я больше ходил в театр. И хорошо. То есть, чтобы не так получалось, что вот все развиваются, а некоторые развиваются за счет других. Тогда нам и количество не нужно продукции. Можно и меньше ее сделать. Важно, чтобы я получал в несколько раз больше, чем вы. И все. У нас перепад в этом отношении, в смысле социального неравенства, самый большой в мире, наверное. Потому что вот если мы возьмем децильный коэффициент, а это соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных. Вот в странах скандинавских, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, 3-5. Если вы возьмете Европу, 5-7. Берете Соединенные Штаты Америки – 9. Россия – 32. В 32 раза. Ну и вот у нас тут на днях петербургской философии был один член Президиума Академии наук, директор Института океанологии. Он говорил, что даже если вот 10% вот оттуда, у этих 10% частично изъять и отправить в нижние слои, то есть ничего не меняя в производстве, то у нас уже будет 9, как в Соединенных Штатах Америки. Но мы тут впереди планеты всей в этом отношении. Поэтому вот такой экскурс исторический, он иногда помогает понять, насколько далеко мы двинулись в некоторых вопросах вперед. Хотя, как бы мы далеко, то есть, простите, вперед или назад. Хотя, как бы мы ни двигались назад в распределении, я повторяю еще раз, что производительные силы продолжают развиваться. И это неостановимый процесс. Так, ну и гуманизм. Ну это, так сказать, вот понятие до сих пор окутано туманом, как оно и тогда было. Опутано туманом. Что такое гуманизм? Вот. Буржуазный гуманизм состоял в том, что вы имеете право свободно. Что вы можете? Что написано в декларации? Прав человека и гражданина. Право у вас на жизнь, на частную собственность, на искание счастья. Не нравится вам здесь в России? Вперед. И поезжайте куда хотите. Вон из Латвии уже уехало 600 тысяч из 3,5 населения. Причем молодых и образованных. Скоро там одни русские останутся, наверное, попросятся в Россию. Ну, раз уезжают из Латвии кто? Латыши. Ну, сначала они там моют горшки, а потом там и остаются. Вот у бомжей есть право на жизнь? Есть. Но вот как вот хорошо вот это, не суровая зима, а так обычно, как зима. Вот они этим правом на жизнь пользуются, а зимой уже не могут пользоваться, как даст 20, минус 20, и все. Но если человек найдет такое место, право на искание счастья, там найдет люк, там, где проходит теплосеть, или удастся ему где-то подождать, когда кто-то будет заходить в парадную, и туда зайти их батареи. Или у метро, там да, идет теплый воздух. Глядишь, он и выживет, потому что право на жизнь есть, он его реализовывает. А у бомжей есть право на жилье? Право есть. Жилья нет, а право есть. Есть у них право. Вот вы можете, имеете право остров купить? Конечно. А что не купили? А, и мелочь такая, да? Всего нахуй, ерунда. А, вы хотите два купить сразу, один вам мало. Вот в чем дело, за этим задержка. Что по этому году писал Николай Гаврилович Чернышевский? Что такое права человека? Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Есть у вас золотое блюдо? Если нет, приходите, я вам дам лизнуть. А у меня тоже нет, но я возьму, пойду вон к директору, наверное, у него есть. А может нет, но найдем. Чтобы один раз студент лизнул золотое блюдо, найдем. Пойдем по этому пути, поработаем. Поэтому это вот, так сказать, такие разговоры о правах. И права одинаковые, а условия жизни разные, и условия для развития разные. Поэтому вот есть абстрактный гуманизм, где сказать, ну вот мы
хотим, чтобы все жили хорошо. Ну, начнем с себя, то есть с меня, чтобы я сначала жил хорошо. И анархисты так вот и провозглашали. Освободим личность, тогда будет свободно и масса. А вы тоже себя освобождайте, кстати. И вы, пожалуйста, живите хорошо. Видите, если я хорошо жил, и вы живите хорошо. Видите, я сейчас обедаю, и вы также обедаете. Ну, вы видите, что у меня? У меня зарплата 53 тысячи в месяц, а у вас стипендия 1480. Но вы ни в чем себе не отказывайте, и будете так же хорошо жить. То есть это вот разговоры про человека вообще, они противоречат, ну вот, всему тому, что является достоянием уже исторической науки. Потому что кому принадлежит заслуга открытия классов? Кому? Да. Буржуазным. Фамилия? Да. Ваша или их? Нет. Не Фурье и не Лурье. Тьерри. Тьерри. Так, слушай, там у нас три историка. Гизо и еще кто-то. Надо посмотреть. Буржуазные историки, которые выступили в борьбе Минье и Гизо, которые выступили в борьбе с феодальными идеологами, потому что феодалы чувствовали, что уходит их время, и надо было как-то власть сохранить. Для этого надо доказывать, что власть могут осуществлять и управлять государством только благородные. Граф, нет? Папа, граф у вас? Нет, значит, вы не можете управлять. А у вас барон? Нет, тоже не можете. А у меня барон, если я могу. То есть по такой линии шла дискуссия. И тогда выступили буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо, которые доказывали, что каждый класс может управлять государством. И, собственно, и ввели в науку понятие классов. То есть деление по какому принципу? Сугубо экономическое деление, сугубо экономическое, по положению в производстве. То есть надо как-то классифицировать, каждая наука классифицирует, биология классифицирует бабочек, она классифицирует животных, других, а именно какие есть, парнокопытные, млекопитающие, непонятно кто, как утконос, вроде и нос у него как у утки, а вроде как он не утка. Есть переходные всякие формы, во всяком случае по зубам и копытам. Чаще всего, чем они отбиваются от врагов и чем они добывают пищу. Ботаника давно все расклассифицировала, ну а вот благодаря работам этих историков буржуазных, Тьерри, Минье и Гизо, в жизнь вошла теория классов, что вот есть люди, которые, если они занимают примерно одинаковое положение, они примерно одинаково и действуют. Почему? Потому что они исходят из их своего положения. А их положение – это не то, что у них есть в головах, а то, что они занимают место, которое они занимают в производстве. Более подробно – это их место в исторически сложившейся системе общественного производства, роль в общественной организации труда, отношение к средствам производства, у кого собственность, у кого ее нет. И размеры и способ получения той доли общественного богатства, которой они располагают. Вот, вот эти вот критерии позволяют разделить на классы людей, которые примерно действуют одинаково. Но по отношению к единицам ничего вы не скажете, потому что, например, Энгельс был, как известно, сын фабриканта и фабриканта, а оказался вождем, идеологом рабочего класса. Ленин был дворянин. Тоже был вождем рабочего класса. А Дзержинский, который ЧК возглавлял. Вот ленинградцы знают, что он был дворянин, поэтому здесь вот при изменениях всякие сохранили памятник Дзержинского на Шпалерной. А в Москве, наверное, темнота, там они некультурная столица. Взяли и разбили памятник, сломали. Но памятник-то кто виноват? Борьба с памятником – это борьба, между прочим, со скульпторами, не архитекторами.
Мы сделали хороший памятник. Вам не нравится памятник? Ну, создайте свой памятник, кому хотите. Ельцину создайте. Вот они там сделали Ельцин-центр. И поклоняйтесь ему. Он же великие вещи сделал. Он решил проблему пенсий у мужчин. Средний возраст жизни стал 59,5 лет, а пенсия с 60. Все это можно сразу денежки в бюджет. Вот женщины себя плохо ведут. 55 выходят на пенсию и не умирают. Живут дольше. Ведут нехорошо. Наверное, гуляют с детьми и все время работают, когда мужская часть смотрит телевизор. И вот из-за этого это все происходит, что они вот подрывают бюджет. Вот все думают, как бы еще вот сейчас, вот как только начинают обсуждать наверху, как улучшить ситуацию в экономике, думают, как увеличить пенсионный возраст. Никакие другие средства не знают. Удивительно. Хотя, если бы они немножко читали, то они знают, что вы хотите увеличить темпы роста, но накопление увеличите долю потребления своего на покупку островов, сократите не два покупать, а один остров. И тогда темпы роста вырастут сразу. Если вы в производство направите эти средства на повышение, на более высокое оснащение современной технологией и техникой этого производства и на дополнительные рабочие места, про которых разговор был, но они же в воздухе не висят, надо заводы строить. Строят заводы у нас в России? Да. Да, наверное, долго строят, потому что никак ни одного не построят. А потому что не строят. Какой вы знаете завод? Я знаю один. У меня товарищ, доктор экономических наук Долгов, был директором завода бутылочного стекла в Кингисеппском районе. Я там был, видел. Построили. Он, я знаю, что. Я говорю, ты у нас один из единственных строителей заводов. А вы кого знаете? Что-то вы замедлились. Ну, какой завод-то построили? Это чужие не надо считать. Если сюда приехали, замусим, японцы построили Хендэ. Или приехали французы, построили Ниссан. Или приехали американцы и построили Форд. Это чьи заводы? Это не наши. Это американские заводы на нашей территории. Прибыль куда уходит с этих заводов? Ну, по месту, где располагается собственник. Они самое высокотехнологичное производство оставили себе, а всякую грязь красить, свинчивать, сваривать – это пускай Россия делает. И другие слаборазвитые страны – в Африку, в Россию, в Азию отправлять. А что касается, ну, бампер сами сделаете, там какую-то обивку кузова, это вы здесь в России сделаете, локализация называется. А двигатели и рулевое управление, это нет, это будет там, иначе вы слишком много будете знать. Для студентов это не обязательно. Только вы какие заводы знаете? Давайте, давайте. Скрываете, что ли, от нас достижения России? Ну вот, мы хотели порадоваться вместе с вами, а вы нас опечалили. Но вы вспомните, на сайте говорят, что где-то открываются новые заводы. Говорят. Новые промышленные. Да, если меня спросят, сколько мне лет, я скажу, мне 18. Только твердо надо сказать. 18. Вот вы отвечаете на вопрос. Говорят. Да, вот я говорить. Спрашивайте меня, сколько мне лет? Спросите. 18. Хорошо. И я тоже считаю хорошо. Вопрос есть? Нет. Говорят. Говорят. Так. Ну вот. Поэтому вопрос о гуманизме, он сводится по существу к цели производства. Сейчас у нас вот цель производства какая? Максимальная прибыль, да? Вот цель производства. Вот вы говорите, а почему пальмовое масло кладут вместо масла какао в шоколадные конфеты? Они же невкусные становятся, не такие полезные. А потому что если она в 5 раз дешевле, чем масло какао, в 5 раз дешевле положу туда, а имею я право положить, что хочу, какую хочу начинку? Имею право на свободное общество? Свободное. Вот туда кладем пальмовое масло. А масло какао забираем и в дорогие сорта шоколада его отправляем. А это вам. И все. А если вот написано сметанка, это что такое? Это не думайте, что сметана. Это растительно-жировой продукт.
То есть растительное масло, туда накручено что-то такое. Там нет молока вообще никакого. И только сметаны нету. Молока там нету. А зачем мы это мясо, когда можно сою положить в мясные блюда? И так далее. Это понятно, что если у меня цель – прибыль, чем дешевле, тем… У меня вот коллега работает на фабрике имени Самойлова. Я его хорошо знаю. Жарщиком орехов. Ну и вот там есть только одна конфета, которая содержит наполовину. Половина ее содержит молочный жир, а вторая половина – вот эти самые пальмовые масла. А все остальные конфеты, без исключения, все на пальмовом масле. Ши, пальмовое масло, кокосовое масло и так далее. Кушайте, пожалуйста. Не, ничего страшного не произойдет, просто они невкусные и особенно бесполезные. Но никто не умрет. Вы не умрете, а у меня прибыль. Хорошо же, и вам хорошо, что вы не умерли. И мне хорошо, потому что я, чтобы не смотреть, что вы едите, уеду далеко-далеко, и там буду есть уже без этого самого масла. Да, я закажу, и мне сделают как надо. У нас все есть, и хорошее все есть, но не для всех. У нас есть равенство, но есть равнее. Так, пантеизм. Что такое пантеизм? Это философское учение, которое приглашает слияние Бога с природой. Вот это характерно для философии Спинозы. Она же природа, она же и Бог. Где Бог? А вот он во всем. И в вас, и во мне, и в вас. Это прочее. Не надо там это где-то еще и куда-то идти, и ждать, и искать, а вот он здесь сливается. Пантеизм. Я когда был аспирантом, подготовил такой реферат. Материалистическая в науке логики Гегеля. Ну, профессор, который меня проверял, реферат сказал, вычеркнул материалистическое, написал пантеистическое. Пантеизм в науке логики Гегеля. Вот так. Что можно понимать и материалистически, и идеалистически одновременно. Но вот это он насчет материалистической не одобрил. Так. Основные представители вот этой эпохи и этих учений – Николай Кузанский, Лоренцо Валла, Мишель Монтень, Джордано Бруно, Пико делла Мирандолла. Переходим к основным идеям философии нового времени. Средневековье усомнилось, что все истины можно считывать со Священного Писания. Раньше было все ясно. Вот Священное Писание есть, вот и есть истина. Какая вам еще истина нужна? Идите, изучайте. А если вы не понимаете, значит, есть вот святые отцы, они вам помогут, растолкуют, если вы никак не можете понять. Возрождение поставило задачу выяснить, что является главным в человеческом познании – ощущение или разум, интуиция или рассуждение. Поэтому одна из главных задач философии нового времени – проблема метода научного познания. Она и раньше была, она и сейчас. Если я сейчас спрошу вас, что такое метод, допустим, философии, я сомневаюсь, что кто-нибудь ответит. То есть желающий провести эксперимент. Что такое метод? Кто-нибудь скажите, пожалуйста. Ну, если мы пойдем проверенным путем, то есть возьмем, откроем интернет, там, Google, метод, узнаем, метод – это способ. А способ что такое? Это средство. А средство что такое? Это метод. И приехали. Как в позднюю эпоху у Гегеля определяется метод? И если я сейчас сформулирую, понятно, почему вот в эту эпоху еще до него не дошли. Вот я сейчас сформулирую, как Гегель говорит о методе. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета. Понятно? Метод есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета. Это вот мы можем взять это записать, а потом начать изучать, что бы это могло означать. Во-первых, вас интересует содержание предмета? Содержание. Так, вам содержание мертвое вас интересует или живое? Живое, правда? Значит, надо взять самодвижение. Так
Надо осознать же форму этого самодвижения. А самодвижение – это за счет чего? За счет внутренних противоречий, да? Надо изучить противоречия этого предмета. Тогда вы найдете, поймете, откуда берется это самодвижение. Ну и вы эту форму, то есть выразите в понятиях, это будет осознание формы этого внутреннего самодвижения. Вот вам метод исследования. Просто и понятно. Осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Содержание взять живым, а живым оно, значит, вот в своем самодвижении, и осознать форму. И вот Гегель говорит, что вот в науке логики там метод исследования и метод изложения совпадают. То есть, с одной стороны, вы раскрываете содержание и форма самого вот этого движения, что вы идете от самых простых ко все более и более сложным категориям, и от самых элементарных противоречий ко все более и более сложным противоречиям. Так, ну вот вопрос о методе. Если и сейчас нам непонятно, то и тогда было людям непонятно. И поэтому об этом люди думали тогда. 17 век принес идеи свободы личности, ее прав, чувства, достоинства. Ну вот свобода личности. Кто-нибудь знает, что такое свобода? Там в 17 веке думали, у нас это тоже думают, наверное. Мы же не лыком шиты, правда? Кто скажет, что такое свобода? Право что-то не делать. Вот мне это нравится, мне это определение, что у меня право ничего не делать. Я лекцию заканчиваю, и так сажусь, так хорошо. Право не делать, что мне не хочется. А вы, вам не хочется слушать? Идите отсюда. Тоже хорошо. Правильно? Красота. Во-первых, это отрицательное у вас какое-то. Право чего-то не делать. Ничего себе. Право ничего. Ничего положительного в этом нету. А что делать? А не важно, что вы делаете. Даже вот это не делайте, то, что не хочется. Не хочется ходить на занятия, и не ходите. Никто не хочет сдавать экзамены, и не сдавайте. А если я захочу поставить вам двойку, то поставлю. Потому что я не хочу ставить пятерки, и не поставлю. И так мы раз-раз, и нет у вас в университете. Так мы далеко не уйдем с таким пониманием свободы. Приходится мне вставать и делать то, что, возможно, и не хочется, но надо. Значит, не проходит это. Еще какие мысли есть? Что такое свобода? Вот, пожалуйста. Вот, это правильно. Это он у Маркса взял, украл. Значит, если над вами господствует обстоятельство, вот, наверное, это вы хотели выразить, что вы никак не можете сделать то, что чувствуете, что это нужно, необходимо, необходимо для вашего развития, да? А обстоятельства не позволяют. Значит, человек ощущает себя несвободным, правильно? А вот если он господствует над обстоятельствами, тогда он, то есть, может делать то, что способствует его развитию, он свободен. Но эта свобода, конечно, предполагает, что вы не можете отменить законы природы и общества. Вы закон тяготения не можете отменить? Не можете. Или, скажем, вы законы электрические тоже не можете изменить. Поэтому, если вы увидите 380, не надо так вот туда вот два пальца. Это может плохо кончиться. Поэтому... Конечно, это не означает, что это вот просто произвол. Вот произвол – это как раз «что хочу, то и делаю». Ну или как вот вы выразили еще более в отрицательной форме «не хочу и не делаю». Правильно? А «что хочу, то и делаю» – это положительная форма того же самого произвола. Так вот, свобода – это не произвол. Произвол – это одно. Это ничего нет никакого позитивного содержания, кроме того, что «я вот что хочу, то и ворочу». А в свободе господство над обстоятельствами. Это господство исходит из определенной цели. А какая цель у человека? Развитие, правильно? И вот если это господство исходит из идеи развития, и в чем развитие только вашего, один вы будете развитый тут. Все? Один. Да, это здорово. Или, так сказать, вы за развитие всех членов общества. Как вот собираете господство над обстоятельствами, чтобы вам стало хорошо только? Чем? Потому что у анархиста было так: освободим личность, и будет свободная масса. А вот Сталин в работе, в первом томе, «Анархизм или социализм», сказал: а у нас другая точка зрения. Освободим массу, тогда и будет свободна каждая личность. То есть тогда ни одна личность не будет пропущена.
А иначе вот этих личностей, которые высвобождаются, очень много, и все эксплуататоры могут рассматривать как те личности, которые господствуют над обстоятельствами, в том числе и над людьми, которые пошли к ним в услужение или которые наняты для производства прибавочной стоимости. Так, ну вот это было то время, когда этого такого ясного понимания, что такое свобода, не было. Но уже потребность в том, чтобы обдумывать, что такое свобода, об этом уже речь шла, о правах, о чувстве достоинства, что человек – это уже не покорный воле Бога послушник, и не рыцарь, это предприимчивый купец или любознательный ученый, отважный первооткрыватель новых земель, то есть вот образец человека – это тот, кто, собственно говоря, развивает производительные силы. Как раз те, которые нужны для создания тогдашнего нового, то есть буржуазного общества. Это требует иных идеалов философии, которая должна объяснить мир, в котором живет человек, цели, которые он ставит перед собой, идеалы, которым питается его душа. Условно, началом новой истории считается английская буржуазная революция 1640 года, которая ознаменовала начало нового периода эры капитализма или индустриальной цивилизации. А у нас сейчас какая эра? Постиндустриальная. А что, уже все разрушили, всю промышленность? Уже нету после, все уже после, прошла уже все, после. Так, если вот так говорить. Я однажды выступал по докторской диссертации одного товарища. У него как раз вот, как вы сказали, так у него было написано. Сейчас, говорит, у нас постиндустриальное общество. Я ему так дал положительное, он сказал, но вот с этой идеей согласиться, что уже вся у нас в России промышленность разрушена, много разрушено чего, но уж, чтобы прямо все, что у нас вообще постиндустриализация, все уж индустриализация закончилась, согласиться нельзя. Ну, это какая-то ерунда ведь, постиндустриализация. Ну, ерунда. Нет промышленности уже. Все. Ну, есть еще она, есть. Не расстраивайтесь. И, возможно, и не пропадет, и не скоро пропадет. И несмотря на всякие разговоры про гигантский разворот научно-технической революции, вот правильно вы скептически настроены насчет бурного развития производительности, не сильно она растет, не сильно. Потому что слабо внедряется научное достижение. Потому что научно-техническая революция – это не открытие в науке, которое осталось на бумаге, а это внедренное производство. У нас и в советское время открывалось много, были на первом месте мы по числу изобретений, и на одном из последних мест по числу внедренных изобретений. Поэтому вы можете быть очень бедными, имея прекрасные, так сказать, научные достижения. А научно-техническая революция или научно-технический прогресс для начала был бы прогресс хотя бы. Потому что никакого переворота в технике не происходит. Как сотни лет назад резанием и ковкой или штамповкой создавали, и вот эти два способа изготовления являются решающими современной в нынешнем производстве. И ручного труда как было много, так и остается, еще и увеличивается. Почему? Потому что вот в капитале есть такой критерий применения машин. Вот я капиталист, если у вас высокая зарплата, мне не нравится ее платить, я придумаю машину или найду вот людей, которые сделают машину, чтобы вас заменить. А если у вас зарплата нищенская, зачем мне я буду тратиться на эти машины? Ну, два таких пускай работают. Мне надо маленькую канаву вырыть, я возьму два гастарбайтера. Побольше – 4 гастарбайтера. Котлован – 400 гастарбайтеров. В чем проблема? За гроши мне выкопают этот котлован. Не надо это заниматься, где-то брать шагающий экскаватор, пока он будет его перевозить. Потом надо специалиста посадить на этот экскаватор, опять платить ему деньги большие, а эти выкопают быстро. Все. Поэтому чем ниже зарплата, тем меньше стимулов для внедрения научно-технического прогресса. Поэтому, скажем, рабочие, которые борются за зарплаты, они больше вроде как ни о чем не думают. Они и есть борцы за научно-технический прогресс. Только тогда у капиталиста появляется желание заменить работников машинами. А иначе зачем заменять-то машинами? Прекрасно без этого. Вот. Так вот, началом новой революция считается буржуазная революция 1640 года, которая ознаменовала начало нового периода эры капитализма или индустриальной цивилизации. Вот что такое фабрика? Фабрике предшествует мануфактура.
А мануфактуре предшествует простая кооперация. Вот если мы рядом с вами работаем, все вместе, и каждый делает табуретку. Вы табуретку, я табуретку, вы табуретку, я... И мы соревнуемся, и смотрим, кто у кого быстрее получаемся, и учимся сделать быстрее. Это называется простая кооперация. А вот если мы делаем по-другому теперь, вы будете делать крышку, мы будем тут делать ножки, а вы будете все собирать и красить. И сразу вырастет производительность труда. Все вручную по-прежнему, но вы эти крышки у вас на потоке они. Сразу, вы можете сразу отпиливать, конечно. Не одна крышка получается, а три или четыре. И обрабатываете их уже, у вас специальный инструмент. А наше дело ножки. У нас эти ножки вылетают быстрее, чем крышки. А им только остается так раз, раз, раз и покрасить. Можно четвертую сделать операцию, пусть этот на покраске. Это мануфактура. Это уже основанное предприятие, основанное разделение труда. Капитализм начался промышленный. С мануфактуры. А вот мануфактура, где применяются станки, машины и оборудование, машинное производство, это уже фабрика. Так что фабрика – это институт или ячейка, можно сказать, машинного индустриального производства. Что, у нас главное не фабрики, не на фабриках делают? Ну, я понимаю, в ларьках сейчас много делают. В ларьках удается сделать подводную лодку? Нет? Не пробовали в ларьке сделать подводную лодку? Ее надо 10 лет делать. Там три контура. Атомный реактор установить. Системы защиты. Ну, где-то 13 боеголовок, чтобы там стояло на ракетах. В ларек может не поместиться. Но такое течение в ларьках сделать. Вот Дмитрий Анатольевич очень любит мелкий бизнес. Говорит, давайте вам дадим 50 тысяч, и вы начнете свое дело. У вас вот учиться вот здесь на ИСФАКе не свое дело? Похоже, что не свое. Давайте свое лучше, откройте дело. Три козы купите. Даю 50 тысяч, вы покупайте три козы. И вот все хорошо, все шло, потом взяли козы и подохли. И все ваше дело закончилось. Или, а вы цветочки вот будете. Цветочки, красиво же это. Вы так. Будете в цветах сидеть, все, потом вырастить у вас получится, я даже не сомневаюсь. Потом пойдете вы торговать. Где вы будете торговать цветочками? Вы подумали? Куда вы пойдете? Кто у вас будет? Кто вам разрешит торговать цветочками? У всех метро уже установлены оранж павильоны. Это все монополия. Причем монополия голландская. Из Голландии везут цветы. А в Голландии, думаете, только голландские цветы? Нет, там есть и голландские, но там и южноамериканские. То есть они попадают в Голландию, а в Голландии там. И не случайно делают семенной материал, а то вы возьмете лук, посадите на окошечко, и у вас вырастет, а потом вы его в землю, и семена появятся. Это вы подорвете монополию. Нет. Лук протравливают, чтобы он стрелку не давал. Поэтому редко какая прорвется луковица, и вдруг появляется что-то зелененькое в ней. А как правило, они так вот жухнут, кушать можно. Но они не могут дать стрелку. Потому что Голландия, идите в голландский материал посевной. Маленькие такие будут лучки. Покупайте. И вот вы пришли со своими цветами, так ваши цветы все, завяли. И бизнес куда делся? Ну какой? Есть такой закон, преимущество крупного производства? Или нет? Похоже, у нас вот перепутали в нашей стране сейчас законы. Вот закон такой есть, преимущество крупного вуза? Нету. Есть, потому что вузы складываются не по размеру, а вокруг научных школ. Появился какой-то ученый, создал научную школу, и вот появился там университет. Правильно? Ну, у нас вокруг кого? Вокруг Ломоносова у нас появился университет. А если укрупнить? Ну, тогда будут люди за одной бумажкой ездить на другой конец города. И вся разница. Что какой-нибудь коллектив будет единый? Вот взяли три вуза экономических, соединили у нас сейчас. В Санкт-Петербурге. ФИНЭК, финансово-экономический, который вот у банковского мостика, канал Грибоедова. Инженерно-экономический, который на Кузнечном переулке. И третий – экономики и сервиса, который в метро Ломоносовское. И что, кто-то поедет встречаться со студентами там или с преподавателями там, куда к метро Ломоносовское? Нет, просто оттуда бумажку подписать надо. Вот мне хорошо, я сейчас подписал бумажку,
Меня на несколько дней назначили заведующим кафедры на время отъезда моего заведующего. Сейчас пойду, еще остается у меня до конца дня. Время буду благодарности раздавать. Наказывать не буду, а вот буду благодарить на кафедры. Вот. Так что никакого закона укрупнения нету этого. А вот предприятий – да, промышленности – да. Александр Ильич, перезвоню после лекции. Вот такая история. Таким образом, вот эта эра, которая началась, она в известном смысле не закончилась. И не скоро закончится, потому что, скажем, были такие проекты, что вот как бы спекать из порошка металлического, делать готовый продукт. Это 0,0 выпуск таких изделий. То есть ничтожная доля. В основном все как и делалось, только другое дело, что раньше это эти же самые станки работали от трансмиссии, скажем, один какой-то агрегат, который приводит в движение все станки. А сейчас у каждого свой электромотор. Ну а что касается самих станков, они, конечно, развиваются все дальше и больше. Не говоря уже о том, что у нас все хуже и хуже было со станками, и совсем сейчас плохо. Завод Свердлова, знаете, у нас был на набережной Свердлова? Вот он производил станки на экспорт. Где завод? Нет завода. А вот был у нас завод Ильича, там, где Белостровская улица. Недавно я подхожу, смотрю, там дом, где был завод. И сверху вот такие буквы золотые, золото написано. Ильич. Думаю, ох, как полюбили Ленина. А чего они так полюбили? А, это бизнес-центр теперь. Ильич называется. А что там? Все, станков нет. А бизнес-центр есть. Бизнес есть, а дела нет. Бизнес – это же дело, вроде как. Бумаги пишут. Что делают в бизнес-центрах? Ну, ничего там не делают, кроме писания бумаг. И переговариваются. Вот. А научно-техническая революция – это такой переворот в технике, переворот, который подготовлен какими-то научными изобретениями. Переворота никакого не произошло. Наоборот, производительность низкая, вот тут я с вами согласен, низкая она. Рост слабенький, и во всем мире довольно слабый рост. Никаких там скачков нет. Это не то, что вот в этой промышленной революции. В промышленной революции, скажем, 10% темп скачок роста производительности труда. Ну, всех ткачей убрали и поставили станки ткацкие, механические. Там колоссальный рост. А сейчас? А сейчас все это потихонечку, полигонечку. Так, ну вот, все это начало. Тем не менее, значит, с этой началом эры капитализма или индустриальной цивилизации связана безграничная вера в человека, его разум, науку, прогресс. Главные отличительные черты духовной жизни этого периода. Основателем эмпиризма и создателем индуктивной логики является Фрэнсис Бэкон. 1561-1626 год. Он написал книгу такую «Новый органон». То есть вот как надо исследовать, изучать наш мир. Джон Лок, 1632-1704, написал книгу «Опыт о человеческом разуме». Все знание из опыта, как считал Джон Лок, идеи выводятся из двух источников. А. От ощущений и Б. Восприятий. Действия нашей собственной души. Номинализм в чем состоит? Все вещи единичны. Но мы можем образовать общую идею, которая применима ко многим частностям, и этой общей идее дать название. Знания мы получаем следующими путями. Через интуицию. Вот я чувствую, тут многие получают знания через интуицию. Это уже отработано. Так, подумали. Чувствуют, внутреннее чувство, что говорит. Вот мне внутреннее чувство говорит, что все-таки солнце заходит вокруг Земли. Ну, смотрите, оно с востока встает, так, идет. Вот, и выйдешь, смотришь, я наблюдал. И на западе возвращается. Интуиция мне говорит, что ходит. А начнешь этих слушать ученых, они говорят наоборот. Один настаивал, что наоборот, его сожгли. Вы не хотите, чтобы вас сожгли? Не говорите наоборот, повторяйте за ними. Через рассуждение, исследуя и соответствие или несоответствие двух идей. Вот одна идея, вот вторая. Но идей-то может быть не две,
а гораздо больше. Поэтому, так сказать, еще не добрались до понимания истины как соответствия понятия объекта. Через ощущение. Ну вот через ощущение есть по этому поводу такой рассказ, как слепые выясняли кто-то, как выглядит слон. Значит, одни слепые, значит, вот сбоку так его ощупывали, говорят, ну слон это как стена. Другие, значит, они ощупывали ноги. Ну, это слон, это как колонны такие. Ну, а другим достался хобот, они говорят, ну, это как змея. У каждого вот через ощущение разное получается понимание того, что есть слон. Хотя все наше знание приходит через ощущение. И, как говорится, нам повезло, что у нас сразу несколько органов чувств. И зрение, и обоняние, и осязание, и слух. Одно подводит, другое подводит. Ну так, чтобы все подвело, это через край. Но как не ощущай, знания еще не получишь. Еще надо соображать. То есть понятно, что теперь-то мы можем сказать, что такое знание. Знание – это уже не просто ощущение, это выработка понятия, которое является отражением мира. Понятие, если оно соответствует объекту, это истина. Или если мы выработали себе понимание того или иного объекта, хотим его преобразовать, сначала мы формировали понятие о том, каким должен стать объект. Если объект станет таким, как мы запланировали, это истина, уже в более высоком смысле, истина практическая. Джордж Беркли был такой философ, который подчеркивал относительность воспринимаемых качеств – протяжение, форма, характер и скорость движения от положения, воспринимающего эти качества субъекта. И тезис его гласит так – чувственные вещи – суть только те, которые непосредственно воспринимаются чувствами. Ну вот имя Беркли – это имя наиболее последовательного субъективного идеалиста. В чем состоит субъективный идеализм? Ну вы все понимаете, что все знания идут через наши ощущения, органы чувств. Поэтому я, если бы я был Беркли, я бы посчитал, что никого из вас тут нету. И столов этих нету, и ламп нету. А есть мои ощущения, потому что и вот это вот то, что падает на... Это кажется только, что оно идет оттуда, восприятие, и попадает мне на сетчатку глаза. А я думаю, что у меня это в глазу. А слух – это то, что у меня какие-то явления в ушах. А если до меня кто-то дотрагивается, это такое у меня чувство просто на коже. Короче говоря, нет никакого внешнего мира. Есть только я и мои ощущения, и все. Опровергните меня. Начните меня опровергать, я скажу, да, девушка, ну что вы говорите? Вы это не вы, это просто мои ощущения. Вас нету. Ну или представьте себе, что я сплю и вас всех вижу. Вам бывают такие сны, что вы меня видите? Скоро будут, перед экзаменами. А пока еще нету. Еще, может, недостаточно. Я намазорил вам глаза. А потому что появляется в мозгу это. И так ясно-ясно я вижу весь этот зал. А вас нету, а я есть. Просто надо на другой бок перевернуться, вас уже и нет. И все. Вот как опровергнуть такую теорию? Никак. Формально, логически, никак вы ее не опровергнете. Потому что тут нет связи между опровергающим и тем, кто на ней наставит. Но это и философия одного человека. Одного, который один есть, и никакого мира нет. И опровергнуть нельзя, и можно этого человека оставить в покое с его ощущениями. Поэтому вот практика, она просто мимо прошла, и в том числе и практика естественно-научная, испытательская, она свелась к тому, что люди стихийно занимают позицию, ну, в худшем случае, идеализма, а никогда не вот этого самого субъективного идеализма Беркли. Ну, наверное, на этом мы сейчас занятие и закончим. Первую часть. У нас же еще с вами сегодня 2 часа. Так, перерыв.